Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Пени за просроченную квартплату во время карантина отменили. Городские власти договорились с ресурсоснабжающими организациями. Как самарцы живут в Корее во время карантина? Эксклюзивные кадры из другой страны специально для нашего телеканала. Как оформить больничный лист, не выходя из дома? Эксперты разъясняют порядок получения электронного документа. Самару расчищают от снега. За минувшие сутки в городе выпала месячная норма осадков – 94%. На крышах скопилось много снега, за ночь местами успели образоваться сосульки. Их необходимо срочно сбросить. Сегодня в работе на высоте задействовали 83 бригады по всему городу. Кроме того, уже в ближайшее время температура пойдет резко вверх, а это значит, улицам и подвалам грозит затопление. Чтобы не допустить потопа, заместитель главы города Владимир Василенко порекомендовал подрядчикам своевременно вывозить снег и позаботиться о состоянии ливневой канализации. Говорили на совещании в департаменте городского хозяйства и о карантине, связанном с распространением коронавирусной инфекции в Самаре. Городские власти приняли решение: пени и штрафы за просрочку мартовских коммунальных платежей начислять не будут. Большинство горожан отозвались на призыв не выходить из дома, значит, надо ограничить и посещение финансовых учреждений. Что касается онлайн-платежей, то как раз пожилые люди, наиболее подверженные новому вирусу, этой системой, как правило, не пользуются. Чтобы пожилое население оставалось дома, снизить риск контакта, связанный с коронавирусом, поэтому и по поручению главы города было подготовлено обращение в адрес ресурсников для того, чтобы при начислении платежей на март не предъявлять ни пени, ни штрафы. Напомним, глава города Елена Лапушкина подписала постановление о мерах предосторожности во время распространения коронавируса. Сейчас запрещены спортивные, культурные и иные массовые мероприятия численностью более 50 человек. В городской администрации создан оперативный штаб, в который вошли руководители всех структур. До какой даты вводятся ограничения, пока неизвестно. Инвалидам и пожилым людям, оказавшимся дома на карантине, будут помогать волонтеры. Из-за распространения нового вируса пенсионерам рекомендовано как можно меньше контактировать с людьми. Чтобы у всех, кто нуждается в помощи, всегда были продукты и предметы первой необходимости, подключаются волонтеры. В ряды добровольцев готовы принять всех неравнодушных. Записаться можно по телефону горячей линии, который вы видите на экране. Либо пройти регистрацию и обучение на сайте волонтерыпобеды.рф в разделе «Помощь ветеранам». Федеральным штабом волонтеров Победы разработаны методические рекомендации, как правильно посещать ветеранов, как правильно передавать те или иные материалы ветерану по его запросу и потребности. Конечно, все эти инструкции волонтер может получить при прохождении обучения. За последние сутки в Самарской области зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Итого на сегодняшний день в регионе 10 заболевших новым вирусом. Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализованные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. Напоминаем, в Самарской области работают номера горячей линии по коронавирусу. Жители, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой инфекцией, должны позвонить по этим номерам и сообщить о прибытии. Житель Новокуйбышевска сегодня сообщил на своей странице в соцсети о том, что у него диагностирован коронавирус. Он выложил фото из больничной палаты и написал, что как минимум 10 дней вид из его окон будет таким. Также он написал, что симптомов у него нет, температура поднималась, но ненадолго. Он вернулся с отдыха из Арабских Эмиратов вместе с женой, которая работает в местном ДК, куда и вышла на работу, не дожидаясь окончания карантина. Эта новость сильно встревожила жителей Новокуйбышевска. В местном ДК занимаются много детей. Информация появилась на многих информационных ресурсах. Там же разместили интервью с главным врачом Новокуйбышевской центральной городской больницы Светланой Шишуновой, где она подтвердила диагноз пациента. Однако позже запись была удалена. А в штабе по коронавирусу Самарской области заявили, диагноз мужчины не подтвердился, хотя он по-прежнему находится под наблюдением в городской больнице.
В диспетчерском центре Самарской станции скорой помощи из-за коронавируса увеличили количество операторов. Теперь здесь одновременно трудится до 15 человек. Нагрузка на их плечи ложится немаленькая. Каждый день в диспетчерский центр звонит 7-9 человек, чувствующих недомогание после заграничной поездки. А в выходные количество звонков резко возрастает. Все диспетчеры прошли обучение, как вести себя при поступлении информации о коронавирусной инфекции. Если возникают дополнительные вопросы, на помощь операторам приходят старшие врачи. Кроме того, к диспетчерам скоро стекается вся актуальная информация о коронавирусе, которая регулярно обновляется. Во время карантина работу скорректировал и МФЦ. Теперь попасть на прием к специалистам можно только по предварительной записи. Для этого несколько способов. Привычный для многих через сайт госуслуги. Тем, кто не зарегистрирован, через официальный сайт МФЦ. Его адрес вы видите на экране. Также можно позвонить по телефону, номер которого вы видите на экране. Кроме того, активные пользователи гаджетов без проблем смогут записаться на прием, используя специальное мобильное приложение. Самарские транспортные предприятия усилили работу по мытью и дезинфекции машин. И речь идет не только о муниципальных организациях, но и о коммерческих компаниях. Салоны маршрутных такси в городе ежедневно обрабатывают специальными растворами. Связано это и с месячником по благоустройству, и с сезоном обострения респираторно-вирусных заболеваний. Всего в городе 1400 единиц общественного транспорта, в том числе 600 маршруток. Как обрабатывают машины, которые перевозят ежедневно сотни людей, увидела наша съемочная группа. Поручни, двери, сиденья. Все, чего касаются пассажиры, теперь обрабатывается специальным хлоросодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Из-за ежедневной процедуры дезинфекции перед выходом в рейс водители теперь приходят на работу раньше. Но, как признаются, с пониманием относятся к этому, как и к тому, что теперь за рулем они работают в специальных масках. Как началось, наверное, так и люди с пониманием относятся все это. Для моего здоровья и для пассажиров, конечно, важно. Одного такого баллона хватает на обработку 20 салонов. Всего в компании-перевозчике более 350 машин, и каждую дезинфицируют перед отправлением в рейс. Раствор жидкий, но он успевает высохнуть, пока маршрутка едет к первой остановке. Кроме того, он абсолютно безвреден, если вдруг попадет на кожу пассажира или его одежду. Пассажирам можно не бояться этого, поскольку концентрация растворов именно такая, которая соответствует рекомендациям и не причиняет вреда ткани и здоровью. Ежедневную процедуру мойки и дезинфекции маршруток выполняют по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Это связано и с начавшимся месячником по благоустройству, и с периодом распространения респираторно-вирусных заболеваний. Представители городского департамента транспорта ежедневно проверяют, выполняют ли поручения автобусные парки и депо. Во всех транспортных предприятиях города есть бригады мойщиков и дезинфекторов. Закуплены растворы с месячным запасом и назначены ответственные люди, которые контролируют работы. Все эти мероприятия в ежедневном режиме проводятся. Наша задача, чтобы транспорт был безопасен для тех пассажиров, которые в нем ездят, и мы ее выполняем. За нарушение ежедневного регламента ответственным лицам грозят выговоры, штрафы и увольнения. Но с тех пор, как началась тщательная обработка маршруток, ни одного нарушения выявлено не было, потому что в компаниях, занимающихся перевозками, понимают важность и необходимость этой работы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. На карантине из-за коронавируса сейчас находится большинство стран, в том числе и Южная Корея. В одном из местных университетов в городе Йосу учится бывший корреспондент нашего телеканала Евгения Белова. Она рассказала, что самая сильная вспышка коронавируса в Корее была в крупном городе Тэгу. Там заболели несколько тысяч человек. Первое недомогание почувствовала женщина пенсионного возраста. Но она отказалась обращаться к врачам, а вместо этого пошла в церковь, где и заразила сотни человек. Из Тэгу люди разъехались по другим городам, разнося вирус. В городе и окрестностях был объявлен жесткий карантин. В остальных корейских городах ситуация не так критична. Люди могут выходить из дома не только за продуктами, но и погулять. Чем и воспользовалась Евгения Белова, чтобы записать для нас несколько включений из парка, с улицы и из супермаркета. Раньше в моем доме часто проезжали школьные автобусы, так как здесь находятся школы и дошкольные учреждения. Однако сейчас они просто смирно стоят на парковке. Школьники и студенты Южной Кореи временно перешли на занятия онлайн. С 1 марта этого года должен был начаться новый семестр, однако сначала нам продлили каникулы, а с 16 марта занятия начались онлайн. Хотя супермаркеты, кафе, магазины и рестораны все работают в обычном режиме, никакого дефицита продуктов у нас нет. Рис и туалетная бумага по-прежнему на полках. Однако люди, выходя из дома, стараются надевать маски, ну и без особой надобности не рисковать.
Правда, в нашем городе Йосу и в соседнем, где находится мой университет, почти не было заболевших, поэтому люди там не такие бдительные. Ходят либо без масок, либо посещают свободно общественные места. Правда, не в таких количествах, как обычно, но все же бесстрашные люди попадаются. На самом деле, я тоже ношу маски, только если еду в аэропорт или на вокзал. Однако количество посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров и прочих общественных мест довольно сильно сократилось, что также ударило по малому и среднему бизнесу в Южной Корее. Комендантского часа в стране нет, есть только рекомендация от государства пореже выходить на улицу и не делать этого без особой надобности. Также мыть руки, носить маски, не посещать массовые скопления людей. В Южной Корее также есть приложение, через которое можно отследить заболевших в радиусе 100 метров от тебя, если кто-то зараженный рядом с тобой, либо проследить перемещение людей, у которых подтвердился коронавирус, чтобы исключить возможный контакт с этими людьми. Например, моя подруга с острова Чеджу так отследила, что зараженный коронавирусом на их острове проходил где-то за пару улиц от ее дома, но она там не бывала, поэтому, в принципе, выдохнула спокойно. В самарских аптеках маски бывают не всегда, но их легко можно сделать и самим, причем многоразово, из любых лоскутков ткани. Так вы и природу сбережете, и деньги сэкономите. Самарская мастерица Олеся Корецкая дала мастер-класс по пошиву защитных масок нашей съемочной группы. Советы записала Елена Малютина. Сезонные заболевания внесли свои коррективы в модные тренды. Теперь каждый может подчеркнуть свою индивидуальность средством защиты, изготовленным своими руками. Свой день рождения Олеся Корецкая решила провести с пользой – пошить защитные маски для всей семьи. Для этого ей пришлось вспомнить школьные уроки ОБЖ и труда и посмотреть несколько обучающих видео в интернете. Олеся говорит, маски можно пошить и вручную. Достаточно иметь под рукой иголку с ниткой и кусочек хлопчатобумажной ткани. Но она человек основательный, да и вирус не шуточный, поэтому решила воспользоваться швейной машинкой. Как оказалось, сшить маску вообще легко и просто – ну, мне, по крайней мере, точно, потому что нужно всего лишь вот два квадрата 20 на 20, две вот такие полосочки 11 на 3,5, вот, и две резиночки простые, ну, сантиметров по 17. Складываем, и можно сколоть с одной стороны. Вот прошили, вот два шва, теперь выворачиваем. У нас тут лицевая сторона теперь. Ну, даже если не лицевой шить, думаю, ничего страшного, потому что назначение у маски все-таки не украшение, а защита. И вот здесь можно тоже прошить. Вручную, да, легко. Вот это я уж тоже привыкла, что у меня машинка есть. Легко. Что тут вот раз, два, я не знаю, три, четыре. По сути, четыре строчки. Это я уж тут сейчас вот строчу, чтобы вид был симпатичный. А так, для защиты, для успокоения, в принципе, вообще легко. В такую истерику, что нет масок, люди пишут вот в чатах, я обижала 6 аптек, нет масок, мы все умрем. Нет. Ничего подобного. В общем, все можно, во всем можно найти какой-то выход. Вот даже если нет масок, можно сшить самим. Ее можно стирать, вот эту маску. Можно прогладить утюгом, в принципе. Вот многие говорят, что достаточно прогладить очень горячим утюгом, а это же хлопок, его можно. Вот. И, в общем-то, будет достаточно, чтобы использовать ее повторно. Потому что вот, ну, куча одноразовых, сейчас если даже представить, сколько мы их сейчас используем, вот эти узкие полосочки нужно сложить, получается, как пополам с двух сторон, чтобы вот края примыкали друг к другу. И вот так вот аккуратненько прогладить. Вот. Чтобы получился такой вот, как, не знаю, желобок. И со второй то же самое. Теперь берем маску нашу будущую. И вот теперь ее нужно прогладить так, чтобы получилось, ну, три складки. Главное, чтобы просто были складки, и в итоге получилась такая вот маска. Чуть короче, чем вот эти наши полосочки. Можем ее даже так прогладить. В какой-то момент я вдруг поняла, что мне так нравится шить, вот из куска ткани, из бесформенного что-то создавать. Вообще вот этот момент мне нравится, когда из частей собираешь что-то.
кажется, что-то непонятное, обрезки, какие-то нитки висят, что-то все торчит, а потом в какой-то момент берешь и так раз, и вещь получилась. Вот как фокус. И вот эти полосочки, которые мы загладили, это как вот по типу обтачек. Надеваем на маску сбоку, закрепляем булавками. И вот здесь нужно аккуратно прикрепить резинку. Вот сюда. Можно использовать несколько раз. То есть нашить несколько масок и просто вот так вот с собой носить, ходить по улице и пользоваться спокойно. Здесь вот прошито на машинке. Все это можно сшить руками, без машинки. То есть все, у кого есть иголки и нитки, они, наверное, у всех есть, могут себе сшить такую маску руками. На изготовление маски в домашних условиях мы потратили примерно 15 минут. В отличие от аптечных, она более мягкая и служит намного дольше. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Завтра, 25 марта, состоится первая онлайн-трансляция из Театра оперы и балета в Самаре. Для зрителей сети покажут оперу Джузеппе Верди «Травиата». Таким образом, театр компенсирует зрителям перенос всех спектаклей из-за карантина. В эти нелегкие дни учреждения культуры лишены тех, для кого работают – зрителей и посетителей. А истинные ценители искусства – возможности наслаждаться им вживую, говорится в пресс-релизе театра. Через два дня, 27 марта, в Международный день театра, будет транслироваться балет «Баядерка». После этого учреждение планирует показать такие спектакли, как «Борис Годунов», «Кармен», «Щелкунчик», концерт оперных солистов из колонного зала и провести онлайн-экскурсию в цех пошива головных уборов. Напомним, с 18 марта Министерство культуры Самарской области приостановило работу всех своих подведомственных учреждений из-за угрозы распространения коронавируса. В списке оказались музеи, зоопарки, театры и библиотеки. В Самарской области объявили об упрощенном получении больничного. Все въезжающие из-за границы в регион граждане и их близкие должны находиться на карантине 14 дней. На это время им выдается листок нетрудоспособности. Его можно получить, не выходя из дома. Что для этого нужно предпринять, расскажет Елена Малютина. Для оформления листка нетрудоспособности достаточно электронного заявления и сканированной страницы паспорта со штампом о пересечении границы, а также СНИЛС. Подать документы можно в личном кабинете на сайте госуслуг, куда нужно перейти как с сайта Федерального фонда социального страхования, так и с сайта регионального отделения. Людям, которые вернулись из-за границы или живут вместе с подлежащим карантину, нужно самоизолироваться на 14 дней. Оплачивается больничный только тем, кто официально работает. Предотвратить распространение инфекции на территории Российской Федерации. Основная задача любого гражданина, который прибыл с территории любой зарубежной страны на сегодняшний день, обязан, есть слово такое, обязан позвонить на горячую линию, остановиться у себя дома, не выходить за пределы своей квартиры. В квартире, если есть члены семьи, попробовать изолировать себя в отдельной комнате, то есть максимальная самоизоляция. Если у гражданина нет возможности подать заявление в электронном виде, он может вызвать врача на дом и воспользоваться прежним порядком выдачи больничных листов. Но у тех, кто воспользуется электронным сервисом, есть преимущество. Первые выплаты они получат уже по истечении 7-дневного срока после открытия листа нетрудоспособности. Нужно сказать, что как раз-таки у работодателя сокращаются сроки. Он в течение 2 рабочих дней уже должен предоставить сведения в фонд социального страхования, все, которые необходимы для назначения и выплаты пособия. А, соответственно, фонд социального страхования производит оплату больничного листа. И оплата по новым правилам будет производиться в 2 этапа. То есть изначально производится оплата за первых 7 календарных дней, либо 5 рабочих, и потом уже по окончании больничного листа оставшая часть будет оплачена. В случае, если человек, вернувшийся из-за границы, отказывается соблюдать карантин, предусмотрена административная, а в случае заражения другого человека и уголовная ответственность. Елена Малютина, Константин Головин. События. Виртуозное исполнение проекта в графике, чувство такта и вкуса позволяют отнести этот дом к лучшим проектам Шехтеля. Так отзывались именитые критики о самарском особняке на Пионерской. В 1912-м его владельцем стал крупный хлеботорговец Василий Сурошников. Со времен революции стены этого дома обогатились историей. Из-за насыщенной судьбы здание пришло в негодность. Решено было провести реставрацию фасада. За двери особняка одного из самых влиятельных купцов Российской империи заглянула Мария Левина.
Хлеботорговец Василий Сурожников был знатным и влиятельным купцом в Самарской губернии в конце XIX века. На рынке зерна и сельского хозяйства династия сколотила миллионное состояние. Такое, что купец мог себе позволить личный особняк на углу улиц Казанской и Воскресенской, ныне Алексея Толстого и Пионерской. Он заехал в дом в 1912 году. Строительство этого дома было долгим, 4 года, но дальнейшую судьбу особняка решила все-таки революция. И в 18 году семейство купца переезжает из родного гнезда, а здесь располагается штаб Симбирской железной дивизии. Вообще эти стены буквально пропитаны боевым духом. Полководцы, генералы и просто идейные вдохновители. В разные времена здесь находились различные патриотические организации. А во времена Великой Отечественной здесь хотели устроить одно из иностранных посольств. Но не получилось. И в 42-м здание оказывается в собственности Суворовского училища, а позже в руках военно-медицинского факультета Куйбышевского меда. Дом Сурожникова с башней, похожей на ту, что украшает Ярославский вокзал в Москве, стал одним из символов Самары. Он четко очерчивает угол улиц. Схожесть дома со столичным вокзалом не случайна. Оба проекта принадлежат знаменитому мастеру модерна Федору Шехтелю. Особняк на Пионерской был доработан Щербачевым, поэтому долгое время именно он считался главным архитектором. Особняк со всех сторон был облицован плиткой, что для архитектуры того времени считается необычным. В последние годы состояние здания оставляло желать лучшего. Оно является памятником федерального значения. В 2016 году градозащитники выступили с инициативой привести дом в порядок. Общественников поддержал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Осенью 2017 года стартовала реставрация фасада. Первоочередной задачей является все-таки возвращение внешнего убранства и облика объект культурного наследия с тем, чтобы он служил не только его собственникам и пользователям, но служил в целом городу и людям, чтобы те, кто проходил мимо, не ужасались от того, что они видят. Сейчас в здании находится управление финансового обеспечения Минобороны по Самарской области. К концу года рабочие должны завершить ремонт. Позже станет понятно о планах по внутренней отделке. Мария Левина, Василий Колдашов. События. Волжский город под его кистью сдержанно яркий, меланхоличный и задумчивый. В Самаре представили выставку известного местного художника Константина Загоскина. На ней побывал наш корреспондент. На этой картине старинная икона, которую самарский художник Константин Загоскин нашел в далекой Вятской деревне. Обломки святыни валялись рядом с амбаром на берегу реки. Художник забрал икону домой, реставрировать не стал, накрыл стеклом и повесил на стене. А позже написал картину. Эту работу художник представил на своей именной выставке. Главная ее тема – Самара. Когда я сюда стал приезжать, смотреть, наблюдать, ходить по музеям, и краеведению, и художественные музеи, я сразу понял, что здесь есть изюминка вот старого города. В экспозиции 49 работ. Взгляд художника на мир, который считается в этих картинах традиционной. Религия, любовь к малой родине, патриотизм. Основное место отведено облику исторического центра города. В картинах Константина Загоскина Самара меланхоличная, задумчивая, сдержанно яркая. В экспозиции также представлено несколько портретов космонавта Юрия Гагарина и картины, которые так или иначе отсылают к православным канонам. К примеру, на этой в центре изображен известный иконописец Андрей Рублев. Это художник, который построил свой мир. Он основывается на реальных впечатлениях от города Куйбышева, Самары. Такой тихий мир, интеллигентный. То есть от его картины сходит такая тишина. Увидеть эти работы жители города смогут после карантина, когда откроется учреждение культуры. Олег Зверев, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Удачи вам. Увидимся.